Это вовсе не выступление сценического коллектива. На сцене дети из села Давыдово Борисоглебского района. В течение многих лет местная православная община возрождает Центр традиционной культуры. Через столичные архивы собирают сведения о коренных борисоглебских традициях. Все, что находят, стараются возродить. Наша традиция Борисоглебского района, она очень своеобразная. Особенно это проявляется в певческом стиле. Вот. Это для всей Ярославской области характерно. Такое тонкое пение, например, в женской традиции. Большой распространенный жанр, как лирические песни, большое распространение имеет. Вот. Также вот это вот вкрапление лирики в обрядовую жизнь. Фольклорно-этнографическому ансамблю «Улейма» уже 10 лет. В первый год число участников приравнивалось к 3. Теперь все местные дети и даже приезжие – главные участники ансамбля. Когда-то ушедшие в прошлое традиционные песни, танцы здесь обретают вторую жизнь. Каждая музыкальная композиция или хореографическая постановка разучивается без посторонней помощи. Важно все, особенно костюмы. Шьют их сами участники ансамбля. У меня есть комплекс из рубашки и сарафана и много украшений, которые составляют из ожерелка, бус. Все это Ярославское, все мы сами сшили. Следование исконным традициям прослеживается во всем укладе жизни общины. Каждый праздник, например, Масленица или Троица, это массовые гуляния по всему селу, как это было раньше, во времена Древней Руси. Создатели общины поделились и своими планами. Все то, что им удалось собрать кропотливым трудом, объединить в альбом традиционной борисоглебской культуры, чтобы передавать сведения об истории родного края из поколения в поколение. Александра Панкратова, Олег Лушников. День в событиях.